Больше суток понадобилось ривненским полицейским, чтобы обыскать БМВ с янтарем. Правоохранители предполагали, что в иномарке находится камень, поэтому остановили ее, но водитель закрыл машину и отказывался дать разрешение на обыск. Все это время автомобиль стоял на заправке на выезде из города. Наконец, следователи получили разрешение суда и нашли в БМВ янтарь, упакованный в мешки. Следственные действия продолжаются и в эту минуту.